Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сейчас 6 октября 2020 года. Почему сейчас? Потому что эта ночь вот только-только началась. Там 1:23. Я просматриваю ленту, и я увидела, что, по всей видимости, мой канал YouTube все-таки смотрят и органы, так сказать, городской власти, потому что видео по поводу того, что вирус, он в телевизоре сидит, о том, что человек Собянин, он игнорит совершенно указы мэра Собянина Сергея Семеновича. Вот я вижу 12 часов назад такие новости, что больше кислорода, показывают, как Собянин, значит, приехал в Сокольники, где открывается вирус, коронавирусный госпиталь с кислородной станцией. Вот он уже в маске идет. Он в маске и перчатках, четко все, да. До этого никогда он не был в маске, никогда он не был в перчатках. Рядом с ним стоит человек в маске, там тоже в маске, все в маске. Ну, здесь прикол тоже есть все-таки. Смешно. Ну, хорошо, вот теперь он четко показывает пример, как надо вооружиться. То есть теперь человек Собянин Сергей Семенович, он полностью слился с мэром Собяниным. То, что мэр-то мы знаем, что это оккупационный термин. Вообще-то должен быть у русских градоначальник, а не мэр. Мэр – это символ оккупационной власти. Мы это все понимаем. Ну хорошо, что здесь еще интересного в этом выпуске? В этом выпуске здесь интересно. Мы приняли решение о вводе в действие первых двух. В этом выпуске важно не это. Я хочу посмотреть, а как с руками вот у этого товарища? Он в перчатках или нет? Сейчас посмотрим. Так. Здесь так, здесь не покажут. Это видно в самом начале. Во-во-во-во-во-во. Вот. Опа. Перчаточек нету. Интересно, а у второго там гражданина есть перчаточки? Увидим руку или нет? Нет, не увидим. Второго не видно, к сожалению. Но этот не в перчатках. Ах, прокольчик! Значит, Сергей Семенович полностью дали ему перчатки, а на этого перчатки не нашлись товарища, который в этом самом центре и работает. И уж он-то уж должен быть экипирован по полной, на 100%, по полной программе. Но вот так вот. Так что они нас смотрят, они нас слушают и реагируют. Это уже хорошо. По крайней мере, раз говоришь, то сам подавай пример. Не надо лицемерить. Вот так, такое короткое видео, зарисовка. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева.